Компания Максим представила микросхему MAX12005, первый серийный коммутатор 8 на 4 сигналов спутниковой промежуточной частоты. Интегральная схема дает возможность наращивания и подключения до 16 спутниковых сигналов. MAX12005 – гибкое в применении и хорошо встраиваемая интегральная схема высокой степени интеграции, которая может применяться в широком спектре приложений при разработке космических аппаратов, аппаратуры распределения спутниковых частот и построения транзитных спутниковых каналов. Матричный коммутатор MAX12005 дает возможность подключить дополнительно до 16 спутниковых сигналов. Интегральная схема может работать с одинарными, с четверенными малошумящими блоками LNB при вертикальной или горизонтальной поляризации, что позволяет коммутировать сигналы до 4 спутниковых приемников. При конфигурации 8 спутниковых сигналов промежуточной частоты интегральная схема может коммутировать до 8 приемников, но для этого потребуется 8 сплиттеров. Качество сигналов во многом определяется высокими потерями в кабеле. 4 встроенных мультиплексора 9 к 1 с регулировкой входного уровня и выходного усилителей дают возможность осуществлять компенсацию потерь сигналов в тракте передач. MAX12005 работает в температурном диапазоне от минус 40 до плюс 85 градусов Цельсия и выпускается в 48 в одном корпусе TQFN размерами 7 на 7 мм.